Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поговорим сегодня о блокчейн. Ребята, посыл. Посыл следующий. С блокчейн можно и нужно работать. На самом деле код здесь несложный. Но для начала мы сегодня с вами напишем блокчейн. Код не мой, я его разъясню. Код у блокчейн везде практически идентичный. Буду рассказывать, потому что, в принципе, включены одни и те же параметры. Но использовать потом будем Ethereum. Это готовые инструменты для создания блокчейн. Сегодня же нам надо, прежде чем писать код, разобраться, что такое блокчейн. Я буду говорить на пальцах в очень упрощенном виде, чтобы для вас был старт понимания. И самое главное, прийти к выводу, что в блокчейн можно делать все. Ну, а начнем мы свое путешествие с того, что, вот смотрите, у меня 1 000 000 блоков. Сейчас сформируется. 6 нулей. Это Python 3. Запускаем. Пошло формирование блоков. Мы их напишем. Python очень легко справляется. Все. Как мы видим, вот 999999, вот миллионный блок. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 миллионов блоков. Я это очищаю. Надо подождать, пока просто отработает. Потом сравним с Kotlin. Ну, конечно, за такое время... Если взять реальную сеть, вот прямо вот 10 миллионов, весь мир не бросится на любое ваше приложение. Это будет по времени, конечно же, растянуто. Но тем не менее, мы с вами должны убедиться, что Python отлично справляется. То есть, грубо говоря, обычный сервер все это дело будет тянуть без особых проблем. Уже 400 тысяч. Ну, сейчас будем рассказывать. Давайте уже дождемся. 500 тысяч, то есть 5 миллионов. 6 миллионов. Процессор 48%, память 50%. 7 миллионов. 8 миллионов. Вот так быстро передаются данные. И считайте, вот вы создадите приложение, вот в вашей сети 10 миллионов. Круто? Ну вот, 10 миллионов. Каждый код, если крутить, конечно, это я буду долго, поэтому я просто удалю. Ну, ладно, сейчас я это видео закончу, а дальше пойдем рассматривать. Итак, ребята, посыл. Посыл. С блокчейн можно и нужно работать. Почему? Давайте разбираться.